Салют, ты смотришь фастфуд, самые свежие новости на сверхзвуковых скоростях. Меня зовут Ралина Киряева, и я начинаю. Лего представила конструктор с дополненной реальностью. С помощью Lego Fusion дети могут переносить реальные постройки из кубиков в игру для iOS и Android. Королева Великобритании Елизавета II вместе со своим супругом принцем Филиппом посетит съемочную площадку популярного сериала «Игры престолов». Познавательная экскурсия пройдет в рамках визита Ее Величества в Северную Ирландию. Режиссер и сценарист Квентин Тарантино будет участвовать в написании сюжетной основы для комикс-кроссовера главного героя Джанго Освобожденного и Зорро, пишет The Hollywood Reporter. Кражи iPhone в 2013 году в крупных городах США значительно снизились, и в то же время воры начали чаще предпочитать смартфоны Samsung вместо Apple из-за защиты в iOS 7. Компания Apple запатентовала модуль камеры для смартфона, использующий искусственные мышцы вместо традиционных электроприводов. Об этом сообщает Apple Insider. В Чили ради самого крупного телескопа в мире взорвали вершину горы. Специалистам было необходимо подготовить площадку для рекордсмена, сооружение которого планируют завершить к 2024 году. А у меня все. Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся. Пока-пока.